Трудовые инспекторы отчитались о своей работе. Вместе с ними на публичных слушаниях представители прокуратуры, МЧС, чиновники и бизнесмены обсуждали проблемы в области трудового права. Часто пункты трудовых договоров нарушают коммерческие организации. Многие не хотят работать по-белому, устраивать сотрудников без трудовой книжки. С нерадивыми работодателями инспекторы борются штрафами и даже заводят уголовные дела. В ходе проведенных в первом квартале 2017 года всех надзорных мероприятий, в том числе и расследований несчастных случаев на производстве, было выявлено 491 нарушение трудового законодательства.